классно, да? Поскакали. Соня. Помпон лохматый, классный. Ты когда головой так раз-раз, он у тебя чик-чик-чик-чик-чик-чик болтается. Чик-чик. А там стемнело уже. Сейчас темнеет рано. Пошлите, я вас у елки зафоткаю. До второго этажа можно достать. Можно. Ну там перила еще, там место какое-то есть. Проходите. А то я иду просто снимаю, ничего не понятно. Ну что, туда идем, да? Да. Туда, там раз. Там елка. Ты сегодня видела сложные елки. А? Ты сегодня уже видела сложные елки. Там акула, которую нельзя залезть. А может, уже починили, поэтому можно? Я тебе хочу вот такое же огромное елку. Да? Да. Мы специально с Даринкой покупали большую, огромную елку. Она прям до потолка в квартире. Здоровая, здоровая. Ну, режим поэтому избился так вот. Давайте на ту сторону. Ролик будет, да? Ну, не знаю, посмотрим, какие-то моменты вы... Видишь, так-то просто как вы идете снимать, чего такого? Тут ничего необычного нету. Как там прыгать будете? От этого зависит. А мы красиво будем прыгать. Только безопасно, главное. Ладно? И мы будем удары делать, если надо будет. Чего будете? Мы будем удары делать на свой пояс в полете. Мы когда в этот батутный центр ходили, прыгали, и ребята, короче... Попробовали подпрыгнуть и пока в воздухе кихон ката на 10-й кью сделать. Не получалось? Или у кого-то получилось? Ну, слишком мало в полете находишься, не успеваешь сделать. Так надо побольше распрыгаться, чтобы до потолка достать, и тогда... Ой. И делать быстро. Да. Но когда делаешь, как бы равновесие теряешь, переворачиваешься в разные стороны. Поскакали. Аня, иди рядом. Аня, иди рядом. Ты каждый день увидишь. Вот здесь вот так. Ну, вон туда прямо и туда. Гулять. А? Гулять. Thank you.
свет они не включили здесь, да? Да. Может, еще не то время, что включали. Ну да. Она уж по датчикам работает. Вон сзади видишь датчик? Да. Или коробочка где подключает, или датчик. Стемнеет как надо, вот включится. Фонарики такие стильненькие. Да? Да. Ну что, беситесь, я вас буду снимать. Полетела, да? Ну иди побесись. Про акулу рассказала ей. Ведь раньше были эти ледяные горки или просто такие горки, да? Большие. Вон. Забыла, где акула. По кругу бегать можно. Догонялки можно, Саня. Нет, давай куда-нибудь. Пошли на бревно. Мы на бревно. Ногами. Равновесие как бы. Пошли к малым, а то потеряются. Мне перчатули надо надеть. Чего тебе? Перчатули надо надеть. Перчатули, да, потому что вот это железное на морозе, помните, да? Сань, садись, покатайся с нами. Алена, подожди! Санька успеет, он же у нас это самое. Тоже можно. Но скользкая, видишь, она там скользкая стала, как бы, да? Я пытаюсь, честно. Алён, не надо, я сюда раскачу. Пытаешься что? Раскачивать тоже. Молодец. Мне пальцы перчатки. Это потому, что у тебя перчатки мокрые. Они уже не мокрые. А почему примерзают? Так-то не должны через перчатки, даже мокрые, если не должны. Саня вообще лёг. Санька, да? Да. Кружится голова когда так, да? Нет. А сейчас закружится, Алёна, быстрее. Чего? Раскачивайся сильнее. Я пытаюсь. А что, Санька не держится? Санька примерз там. Че, попа? Виталий Геннадьевич, может, вы как-нибудь нас раскатаете? У меня ручки замерзли. Ну ладно. Тут уже быстрее, чем сейчас есть, как бы уже можно травматично, может быть. Куда? Смотри сразу куда. Вон там еще качели, смотри. Не, я на этих качелях, помню, каталась. Ну, не каталась, мы пытались перевесить. Да? Я на таких не катаюсь, я на такой мозоль разодралась. Чего ты? Я на такой качели мозоль себе разодрала. На чем? Ну, на таких качелях. Угу. Садись.
Вон там лучше сидеть, Сань. Санька уже опытный воин. Как раскатываться? По пути там, скажи, да? Давай только аккуратно. Здесь сколько? А ногами тормозят сколько? Человек накаталось, как бы каждый тормозит, вот тебе результат. Садись, покатай сейчас. Садись. Только держитесь, ладно? Санька такой. Только не улети, ладно? Саня, не улети! На крышу он это, без билетов хочет пробраться туда, в кино. А, на крышу сразу. Качели оставь. Я тоже так хочу. Интересно, какой там сеанс. Интересно, чего? Какой там сеанс? Держитесь только, ладно? Ага, я сейчас. Ну, конечно, блин, ты держишься. Ты за меня держишься. Нет, я вот так вот. Ей! Санька, не успел снять даже. Если страшно будет, скажешь. Ага. Прыгала? Да, ну, качели такая штука. Даринка в детстве качалась, и качелью ей по носу прилетела. Пиратский корабль. В гамаке особенно, в гамаке, в качелях вот в таких, когда не сильно такой. А не, я не подушка. Аккуратней. Скользко, там скользко. Раз, два, три. Назад только не упади, ладно? Нет, назад не падай. Вперед тоже, вообще не падай. На кого? На колбасу. Что за колбаса? Вон там вот. Это колбаса, да, называется? Да, теперь это колбаса. Теперь это колбаса? Длинная такая. Сырокопченая. А? Сырокопченая. Сырокопченая? У нас ее. Можешь лететь. Нет. Тем более я в этом нравится. А под... Поэтому останавливайся чуть-чуть. Я хочу жить в этом доме, ходить в какую-нибудь школу, потому что здесь продвинутый парк. Ну, четкое место, детям можно приходить кататься. Все, рядышком. Дорога огороженная. Летом здесь тоже хорошо. Летом здесь тоже хорошо. Да? Ну да. Санька, Санька. Где еще не лазили?
вот тут кто-то. Замок пошли. Странная елка, она как бы... У нее то есть не листья, а ветки, они как бы кустами. Ну, это искусственное, видно, что она слишком симметричная, слишком правильной формы. Слишком правильной формы. Да, где там наша Барбоса? Качель, скорее всего, была. Тут что-то пристегнуто было, как качель. Так, вон они. Чего? Я высоты боюсь. Да. Тут горку закрыли. А? Тут горку закрыли. Виталий Геннадьевич, спасите нас. Тут горку закрыли. Ну, потому мы что рапунцы. Тут... Можно упасть тут. Мы рапунцы. Да, они наблюдают за нами как бы. А? Помочь надо. Спрыгнуть? Нет, принца надо найти. А, принца? Принц! Да. Где принц? Вон он. Принц дурачится. Где? Пошли сами с ним. Где он есть-то? Вон он, дурачится, Санька. А, это Санька? Принц! Принца надо! А? Чего, Гриш? Проезд запрещен. Аккуратненько. Живой? Аккуратненько, аккуратненько. Залазь тоже. Алёна, залазь! Я не могу. Остановите качелю. Давай, эх, давай, давай. Тормоза. Тормоза какие-то жесткие. Давай я вам тут покажу. Ань, подвинься только вправо, чтобы Алена тоже подальше от входа. Двигайтесь сюда. От входа подальше двигайтесь. Я улетел! Вы не летали! Здравствуйте. А у вас пропуск есть? Ты сегодня в налоговой или спецназе? Не знаю. Не знаешь еще? Надо подумать. Надо подумать. Тебе туда не влезть, наверное. А не, залезешь. А здесь? Крещеныш! Почему крещеныш? Крещеныш, потому что я ее потерял. А? Здесь ступенек? Ну тут, видишь, задумано как бы, чтобы ты пролазил по это самое. В Питере есть такие еще парки канатные, как бы, там на высоте второго, третьего этажа. Веревки там как бы вообще. Вообще здорово. Здесь, видишь, не сезон как бы, но тоже можно сделать было бы.
Я вышел оттуда. Вылез? Да. Скоро нарядят, будет еще светиться, наверное. Так-то из того, что вот поделать можно качели, раз, но она да? Хорошая. Но. Вот бы у нас во дворе такая же была. Ну да. Мало, там сделают потом за вот домом, где мы с Даринкой живем, да? Туда дальше там площадка будет. Ну, в окна наши видно будет ее. Там не двухэтажки? Там угу. Двухэтажки. Где двухэтажки там, да? Давай. Нет, садись. Саня! Третий нож! Я читаю правила. Третий нож! Аккуратненько только. Держишься? Да. Ничего не понятно. Нет! Аккуратно. А откуда вот это, ну, возглас этот? Из мультика какого-то, да? Откуда это? А? Из ТикТока. А, из ТикТока? Конец как бы немного по громкости ниже идет. Это как бы... Там очень много этих моментов. Типа человек, когда персонаж летает там куда-нибудь, в космос. Я уже полагаю, что это не выбор. Первая, я вторая. Очень даже запросто, Сань. Очень запросто. Нет, вот что, этих криков очень много. Такого везде много. Маркетинг. Продажи. Все дела. Ну, вообще да. Потом получается, что фильмы с низкой эмоциональной и такой мозговой нагрузкой, скажем так. Ой, тогда надо покрепче держаться. А? Тогда надо покрепче держаться. Ну, вообще да, надо всегда крепче держаться. Аня, твоя очередь раскатывать. Ну как, в сумерках еще не снимал, заодно испытаем. Аккуратненько так, держись. Вообще-то твоя очередь кататься. Я костер делал. Костер? Да. Не, это огородили, что дети бегают. Фонарик, походу, еще здесь. Можно споткнуться и упасть, как бы, его огородили так. Потому что споткнется кто-нибудь зубами, и бац, как бы, это самое. Там, походу, там, вот на этих перильных качелях, вот там замки, там, походу, будто уже, потому что там заколотили, там нельзя на них вылезти. Ну, вот, да, возможно. Походу, там кто-то уже... Куда наши барбосы дели? Вот они, потерялись. Вы когда отходите куда-то, это так, чтобы я видел, ладно? Нет, нас надо сфотографировать с вот этой стороны. Да? Да, сейчас. Сейчас зафоткаю. Санька, что? Это клинок. Да. Там еще не были. Там не были. Вот в этих мы еще не были. Аня, Лен, туда. Ну, то есть были, но не сегодня. Дальше еще тебе можно как-то пройти-то. Как аллея, что ли, летом? Тут? Да. Там этот, продавали какую-то чепуху эту буржуйскую.
Макдональдс или что-то такое было в том. Потом сняли вывески и что-то другое сделали. Надо посмотреть, какие парки еще есть, тоже походить, короче. После кино раз такие туда и зашли, да? А это как бы, если... Это вообще-то наш дом! Из дома выгнали? Вообще-то это мой квартал, а у нее 600 тысяч, у меня 500, это скидка. Скидка 100 тысяч. Виталий Геннадьевич бесплатно. Так, он нас тренирует. Вот это вот штука. Дарине тоже бесплатно. Да. Это не осуждается. Это Алёнь. Это Алёнь квартал. Это квартал мой, потому что я здесь. Алёнь, потому что я в этот квартал. А у вас есть... Законом установленные эти документы. Да. На право владения. Да, покажите мне, пожалуйста, я сотрудник налоговой службы. На тебе покажу. Не надо. Саня, беги. Ты же сам хотел. О, сейчас включили. О! Витай, Геннадий. Нам свет дали. Да, я вижу. Да, мой квартал. Опа, спасибо! А ага. С двух сторон нападайте на него. А, я понял. Он не сможет спрятаться. Хороший выход. Вход. А? Ты пеньки там? 11 тысяч вход в этот квартал, потому что у нее 600 было. А, это уже не лично. Там вообще не разбираюсь, дедушка. 11 тысяч. Чего 11 тысяч? Ну, вход. 100 тысяч вход и осадит. 100 тысяч вход с нами. Да. Это сделалось. Вообще должны были быть 4 кубика, и делать это все в каком-то городе Тольятти. Что-то в этом духе. Ничего тебе не нравится? Похоже. Нет, просто говорю. Ага. Не, ой, скользко. Осторожно, чтобы зубами об ней не это самое. Слишком скользко. Я здесь, вот это что? Ну да. Она слишком скользко. Алёна, так аккуратно там лёг. А поездка отменяется. Зато у меня есть канат. Она прям встала. Алло, алло. А, стол на суде. Алло, алло. Алло. Вот, спасибо, у меня есть домра. Чего у тебя есть, Санька? У меня есть домра. Свой личный, да? Дом, да? Отбился, короче, да? Девчонок. На мою территорию хотят зайти. Ну, вот так вот. Пошли вместе будем. Сюда. Виталий Геннадьевич, пошли, да, да? Покажем, куда мы. Куда мы переезжаем? Куда вы переезжаете? Что? Показываю, куда переезжают. Здорово, надо это самое, пофоткать бы вас. Четкие фотки будут. Сейчас, я к ней в гости схожу. Аня, можно мне к тебе? Ну, я все изрисовываю. Я хочу так. Можно? К тебе. Вот он, Санька, у нас тут. Здравствуйте. А? Здравствуйте. Красиво с фонариками так выглядит. Да? Да, с фонариком так выглядит. Да. А вот еще вот здесь не было лифта маленький. Ага. Я сегодня обзор сделаю еще, где площадки есть тоже мы. Можно в следующий раз будет сгонять, короче. Потеплее идет и туда раз. Тур по мурманским площадкам. Ну да, после каждого кино сели на эту туда.
оно бывает, когда застегиваешь как бы на боковушечку, и то раз наезжает. Не знаю. Ага. Я пошел там покружить. Покружи, покружи. Что случилось? А? Что? А смотрю, что там есть. Троллейбус классный. Санька катается. Где? Вон. А там горка. Я вначале ускорение придал, дальше крутитесь. Куда пошла? На горку. На ту? Да. А сейчас вы вместе. Старайтесь вместе быть как бы. Попытайся. Ага. Где я? Мурманск, планета Земля. Что? Качель. Помню, как был на Марсе, теперь здесь. Это Намана? Хорошо все? Да. Только закрой сумочку, чтобы, как помнишь, я показывал это самое. Это мне показывал. Тебе путь. Показывал? Помнишь, что девушка стояла, там где сумочка открыта была? То есть, всегда проверяешь, что это самое. Угу. Молодец. Хорошие ступеньки сделаны. А? Хорошие ступеньки сделаны. Ну это специально, чтобы сложно было. Так же интереснее, да? Были бы ступеньки, было бы неинтересно. Раз, два. Рыбные? А тут каток. Ну да. Это кто такой? А? Кто такой? Это камера, видео. Тебя снимает видеокамера. А это тренер Виталий Геннадьевич. Самый лучший в мире. Ну, у нас золотка так. Аккуратненько. Ah!
Я накаталась. А? Накаталась. Накаталась, да? Можешь по домам. Можно. Здравствуйте! На коленках тоже не получается. Чем мне пофиг? Он у тебя болтается сбоку, короче, такой. Дун-дун-дун-дун. Свистать всех новее. Сань, как капитан сегодня? Идем на Азов. А? Идем на Азов. На Азов? Да. Был на Азовском море? Да. Класс. Много раз. Я тоже. О, да? Это у нас тут такой спрятался. Пролезла. А? Пролезла. Ага. Неожиданное место спряталось. Два из пяти. А? Два из пяти на пушку. Два из пяти? Да, два раза, да. То есть всего пять будет, да? Да. Не замерзли? Нет. Нас почему... Аня, помоги, пожалуйста. Чё? Ну иди сюда. Ну надо. Виталий Геннадьевич, понимаете, Саня, мы сейчас придем. А? Мы сейчас придем. Куда? Ну, мы это поразговаривать. Ну, поговорите, так, чтоб я видел, ладно? У них коварный план. У них коварный план, они хотят сейчас напугать меня, скорее всего. Будем поддаваться. Ну, надо, чтобы у них получилось же. Подыграем. Да? А это мой экипаж. Почему-то он все время скатывается с корабля, а потом он как каким-то образом возвращается. Еще мало снега, чтобы в снежки играть. Я думал, вы напугать хотели. Нет, мы хотели в снежки поиграть. Ну, поиграем, да, снега побольше будет, обязательно поиграем. Мы вас обкидаем. А я победю все равно. Не победим. Да, победю, да, победю. Так. Нет, мы крепость не надо лучше. Мы это построим лучше. Залезешь, мой корабль. Залезу. Вот так вот скобчик поломаешь себе. Санька не любит играть, он у нас серьезный. Аккуратно, Сань. А давайте вы нас будете искать с Аней, а мы спрячемся. Да? Да. Мы по этой площадке только. Игра хорошая, но, наверное, не сегодня. Хорошо. Я запомнила. Чтобы вы не потерялись. Ну, мы поиграем в прятки. Денег на огороженный, чтобы забор был. Санька тут спрятался, да. Тут четко там, да? Да, хорошее место.
Санька заметился там. Да. Я преследую. Преследуешь? Да. Они с добрыми побуждениями. В двух действиях нет состава преступления. Снега мало. Уже скоро начало декабря, снега мало. Ну вообще да. Если бы. Видишь, чем плохо? С одной стороны. На даче как бы снега нету, но мороз начинается, как бы, да, корневая система деревьев, веточки, если они не молоденькие, вот эти, которые если воды не набрали в себя, получается, что они обмораживаются, могут на следующий год не ожить. И когда мало снега, дачники берут лопаты и так по бокам, ну, перегибают побольше. Но мороз тоже самое помогает, как бы, в том числе. Помогает, чтобы жучки всякие, насекомые перемерзли. Но они хорошо адаптируются. Я вас видел. Гав. А? Что такое страшное? Меня же не кусаете, просто гавкают. Я не гавкаю. Ой, не кусаете, просто гавкаю. Ну что, пойдем домой? Ос. Я замерз немножко, я не по сезону сегодня чуть-чуть одежду. Ага. В следующий раз, когда к кино пойдем, значит, что мы гулять будем. Хорошо, хорошо. Сразу на 3 часа больше времени сделаем. Ну что, поскакали? Пусть. Остановка вон там у нас, до перекрестка, переходим и там сядем на что-нибудь. Можно, да. Ты на четверочке, да? На четверочку тогда сядем. Чего? А там молодежка, но молодежка дальше. Опа, давай я тебя слева пойду, чтобы отсюда. Бабушкам, дедушкам порассылаете. Почему эта штука светилась? А? Я хочу, чтобы эта штука светилась. Какая? Вот эта? Да. Сверху? Там даже гирлянда вон сделана. Ну там вон есть что-то. Что-то. Что-то есть. Мне вкусно. Климат у нас такой, что видишь, оно может работать, потом раз и перестать работать. Папа долго гуляет там с ребенком. Давно дядька тут на площадке. Пистолет? Или бластер какой-нибудь? Ай. Я тебе все. Алена, злодейка. А? Чего? Вы вырежете это. Ну, само собой. Я ж не все. Проходите вперед, иди. Аня, Алена, двигаем. Куда сразу? Туда. Поэтому надо не так спокойно, потому что мы на перекрестке и вокруг куча машин.
Шестерочка вон наш. А? Пакетик. А, пакетик. Держи. Ну да, на четверочке там на молодежке выйдем, пройдем, сядем на 54 и наверх. А я на какой-то шаг. Я тоже на шаг не съем. Я сразу на четверке до дома. Да? Вот четверка наша, заползаем в заднюю дверь. Санька, ты подальше от этой. Иди. Правее чуть-чуть, близко не стой к нему. Ален, подальше отойди от троллейбуса. Народ, кто-то побежит в свой троллейбус, в этот, тебя толкнет туда и свалишься. Опа, опа. Не прислоняйтесь к звукам дверей и не препятствуйте их работе.